Открой дверь! Не надо на меня давить! А какие могут быть вопросы? Да мне каждый день такое делают! Всем привет! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и сегодня у нас самый страшный страх всех мужчин и женщин. Сегодня вместе со мной вы отправитесь от первого лица к гинекологу. Не будем тянуть! Пойдемте! Ребят, я со своей командой стараюсь снимать как можно чаще видосы. Сейчас на канале 143 тысячи подписчиков. Давайте до конца декабря сделаем 200 тысяч. Все, что... 143 тысячи только тогда было. Сейчас посмотрим, что там будет. Что-то я боюсь. Просто подписаться. Приятного просмотра. Так, Кристина, только не поддавайся панике. Это делают все, и ты тоже сейчас это сможешь сделать. Меня зовут Кристина. Мне 30 лет. Я пришла к гинекологу. В этом же нет ничего страшного. Нет, если на то пошло, то мой первый визит к гинекологу должен был быть еще 2 года назад. Но никак не в тот момент, когда уже начал болеть низ живота. Попова кто? Попова? Я Попова. Попова, вы следующая к доктору, готовьтесь. Карточку взяли? Карточку? А у меня нет карточки, я впервые... Я вас знаю, вы мама Димы! Сказочный. Первый раз к гинекологу. Ну, да. Сколько же вам полных лет? 18. По какой же причине раньше не посещали гинеколога? Господи, что я отвечать? А чего я вообще не посещала гинеколог? Да не приходилось мне как бы... собственно, какие могут быть вопросы? Эй, Google, почему у меня болит живот? Что ей сказать? Что я гуглила свои жалобы? Нет. А, так у меня не было жалоб. Ясно. Присаживайтесь. Спасибо. Почему вообще все медсестры такие злые? Только настроение испортило. Ладно, мне срочно нужно отвлечься. О, интересно, а как у мужчин называется такой врач? Хреновый доктор? О боже, что я несу? Все. Сиськин доктор. Морально настроиться на прием у этого гинеколога. Стоп, а если гинеколог мужик? О господи, почему я не спросила, кому у меня запись? Попова, можете проходить. Что? Проходить? Уже? Так, Кристина, спокойно. Нужно сказать, что я передумала. Попова, проходите. Зачем так язвительно? У меня же сейчас начнется паническая атака. Попова. Я понял. Врач. Я поняла. Да, блин, я иду. Хорошо. Не надо на меня давить. Обратного пути у меня нет. О нет, гинеколог-мужик, я к такому точно не была готова. Меня зовут Максим Геннадьевич, проходите, присаживайтесь, я не кусаюсь. Здравствуйте. Ага. А? Он что, запирает дверь? На ключ? Ну ты же будешь ноги расставлять, вы уж извините за такие подробности. Нехорошо же будет, если вдруг кто-то случайно зайдет. О боже, что это такое? Зачем все эти хреновины? Что они собираются с ними делать? Я что, похожа на Франкенштейна? А что, если они психи, я им нужна для опыта? Блин, какой кошмар. Попова, вы меня слышите? Ой, да, простите, задумалась. Я говорю, на что жалуетесь? А, так у меня 2 года все было вообще нормально, не жаловалась. А вот пару дней назад очень сильно начал болеть низ живота. Низ живота, говорите, да? Ну, хорошо, проходите, раздевайтесь, сейчас вас посмотрим. Раздеваться? Господи, какой стыд и унижение. Меня сейчас будет рассматривать мужчина? Это при том, что у меня и собственного нет. А вдруг он озабоченный какой-то? Так, ну, кольцо вроде бы есть. Значит, женат. Значит... По статистике, именно женатые являются маньяками. С другой стороны, вдруг ему наскучила его жена, и он соблазняет молоденьких пациенток у себя прямо в кабинете. Ну что, может быть... Выпьем по бокальчику. А? Чего? Так сказать, за наше тесное знакомство. Знакомство? А, фу, какой ужас! Ну что, вы готовы? Да-да, минутку. Так, переодеваемся. Ну все, деваться некуда. Придется идти. Присаживайтесь. Это мне сейчас на вот эту штуку садиться? Как же неловко-то, а? Ну что ж, посмотрим. О господи, я же сейчас от стыда сквозь этот стул провалюсь. Вы что, переживаете? Я? Нет, а что ты решился? Да я каждый день такое делаю, и что ты? Любовью и трепетом. Я, кстати, почетный член ассоциации. Мне хватило, почетного члена мне хватает. Шеров и гинекологов нашей страны. И все благодаря моей маме. Она что, у вас тоже гинеколог? Да нет, она не гинеколог. Она мне просто всегда говорила, сына, иди учиться на гинеколога, и деньги в кармане будут, и руки в тепле. И как видите, так и есть. Шутка.
Да уж, но, в принципе, он не такой уж и страшный, как я себе представляю. Людмила Александровна, а можете мне помочь, пожалуйста, мне снимочек сделать? Что? Какие снимки? Они что, меня сейчас фоткать будут? Для чего им нужны мои фотки? Вот, господа, полюбуйтесь! Вот что будет, если заниматься самолечением и вовремя не ходить к врачу! Вы что, офигели тут все? Попова, успокойтесь. В этом нет ничего страшного. Всего лишь видеодиагностика для того, чтобы рассмотреть детальнее ваши органы. А, видеодиагностика. А, я-то подумала. Простите. Мне хочется плакать от боли и забыться во сне. Где твои крылья? Так, ну, мы почти закончили. Осталось только взять мазки на цитологию. Мазки на что? На цитологию, Людмила Александровна. Принесите инструменты, а то я сам не доберусь. Что? Какие? Благо, я знаюсь немножко на медицине. Я знаю, что такое цитология. Инструменты. Болгарка? Вы что, что это такое? Попова? Ой, простите, я просто думала вы это... Что это? Да ничего, простите. Так, смотрите, Попова, можете вставать и ложиться на кушеточку. А для чего на кушетку? Ну как для чего? Вы грудь давно проверяли у мамолога? Ну все, приплыли. Сейчас он мне еще предложит грудь пощупать. Ну а там пошло-поехало. Людмила Александровна, а вы мне не принесете журнальчик из ординаторской? Что? Журнальчик? Мы теперь с ним наедине. Я к такому не был готов. Ну что, Попова? Что он делает? Вот мы и остались одни. Вы мне сразу понравились. И я сейчас осмотрю вас полностью. Попова! Попова! Вы чего? Я что, даже ничего не начал делать? Мне снова это привиделось? Черт! Простите, Максим Геннадьевич, это от волнения. Попова, давайте, ложитесь на кушеточку. Да, хорошо, на кушеточку. Ложусь. На кушеточку. Ой, болит. А вот так? Болит, что же тут... А вот так? Ты прикумарил! Тоже болит. Ну тут все понятно, присаживайтесь. Что понятно? Попова. Смотрите, у вас молодой организм, и по моей части у вас все хорошо. Я пошел! Открывай дверь! Можете за это не переживать. Спасибо. Но к хирургу вам придется сходить, потому что есть вероятность, что у вас аппендицит. Аппендицит? Серьезно? Никому не пожелаю разрыв аппендицита. Да, серьезно, но я в этом не уверен. Но, смотрите, Попова, по моей части у вас все хорошо, за это можете не переживать. Проследуйте к хирургу, он вам расскажет, покажет и объяснит, что да как. И смотрите, Попова, гинеколога нужно посещать чаще. 2 раза в год, а то и больше. Потому что болезнь может протекать бессимптомно и в один день так оп и все. Я поняла вас, доктор. Все, Попова. Простите, а что оп и все? И... Попова, тогда буду ждать вас через полгода у себя в кабинете. А? Ребят, не забывайте подписываться на... Девочки, я вам искренне не завидую. А если вам понравилось ходить со мной к гинекологу, то у Руслана на канале есть еще куча подобных видосов. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я тоже такое снимал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Типа Топ, Дима. Пока!